Ну, я думаю, что по игре мы, конечно, уступали и в движении, и в борьбе. В общем-то, все время на шаг где-то были позади. Проиграно очень много единоборств. Вот. Ну и, естественно, результат такой. То есть, чуть-чуть получше выглядели в третьем периоде, вот, скорости добавили, и какие-то атаки пошли у нас. И, в общем-то, несколько моментов было, шаги не забили еще. Но в целом результат закономерен. Поздравляю с победой. Алексей Геннадьевич. Я просто добавлю, что соперник очень многое нам позволял сделать, наверное, и у ребят это, естественно, много что получалось в атаке. Забили 6, там моменты еще были. То есть, но, к сожалению, там были очень опасные моменты в наших воротах. Предупреждали ребята сегодня в третьем периоде, что надо доиграть матч до конца, очень аккуратно сыграть. Но не все нас услышали. Ну что ж, скамейка длинная, так что будем делать выбор. Следующий соперник, и вообще больше таких проходных игр по большому счету не будет. Все соперники, которые остались, их 15 игр, так что это хорошо, перед плей-оффом отлично. Поработаем. Хорошо поработаем. Большая часть сезона уже прошла, и вы из раза в раз говорили, что работаете над ошибками в команде. Сейчас уже можно подытожить, все-таки, вот как вы сказали, плей-офф не за горами. Выводы сделаны, ошибки уже произведены. Разработаны все? Да, ошибки-то они, наверное, у всех одинаковые, что у команды КРС, да, правильно, КРС, что у нас. Как хотите. Они все одинаковые ошибки, то есть игроки-то их допускают практически. Вследствие чего они только допускают? Некоторые вследствие того, что игрового мышления не хватает, у кого-то там функциональное состояние неважно, то есть где-то соперник нас однозначно заставляет ошибаться, так что ошибки мы видим, они не серийные, не системные, они вот именно чисто индивидуальные, то есть не тактические ошибки, в первую очередь. Что, тут надо работать больше индивидуально с игроками, чем общая с командой. Спасибо. Конечно, мы готовимся, команда сейчас уже по-другому играет, и другому, то есть и в обороне по-другому играет, и в атаке. Так что то, что сезон уже не за горами, как говорится, заканчивается, так что это. Ребята уже по-другому говорят, не как первые игры, когда мы только встретились. Спасибо.